Родителям-автолюбителям в правила дорожного движения внесли очередные изменения в части перевозки детей. Изменения вступают в силу с 12 июля. Теперь на заднем сидении автомобиля в специальных креслах нужно перевозить только малышей до 7 лет. В более старшем возрасте достаточно штатного ремня безопасности. Для переднего сидения правила остаются прежними. До 12 лет только в детском удерживающем кресле. Появился в правилах также пункт, запрещающий оставлять детей в автомобиле одних, без совершеннолетнего лица. Если водитель допустит такое правонарушение, то ему грозит штраф по части 1 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. В данном случае ему грозит предупреждение, либо штраф 500 рублей. Если он допустит это нарушение в городах федерального значения, это Москва и Санкт-Петербург, то в данном случае штраф будет составлять 2500 рублей.